Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова. Она напротив меня, Михаил Ковязин, депутат Кировской городской думы. Добрый день. Добрый день. Начнем, наверное, может быть, не с самой горячей темы, но с актуальной в связи с тем, что сегодня два года, ровно два года, с тех пор, как прошла инаугурация нашего губернатора Игоря Васильева. Два года в качестве главы региона, плюс один год в качестве врио. И вот мы тут уже разные точки зрения слышали по поводу того, какими эти два года были. Хочется и ваше мнение услышать. Каким бы, может быть, одним словом или одной фразой вы охарактеризовали вот это вот время? Ну, если коротко, то без изменений. Вот для меня что год назад, что сейчас, что в период исполняющей обязанности, никаких кардинальных изменений с точки зрения региона я не увидел. Вот Дмитрий Русских, депутат УЗС прошлых созывов, ну, наверное, так довольно близко, да, к этому сказал. Он этим словом стало слово «тишина». Вот с этим согласился и политолог Дмитрий Ильин, и в этой тишине он видит как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что нет каких-то скандалов, может быть, коррупционных каких-то разоблачений, но есть минусы, нет рывков и серьезного развития. Вот вы с такой точки зрения согласны или все-таки, ну, не знаю, лучше, хоть немного лучше регион за прошедшее время стал? Ну, наверное, да, я соглашусь с Дмитрием Русских, что тишина более емкое и правильное слово, там, и, безусловно, каких-то, говорю, изменений позитивных в плане развития региона, лично я и то окружение, с кем я достаточно плотно общаюсь, это жители там округа, которые я представляю, они не видят, потому что, несмотря на те цифры, которые публикуются, там можно действительно показать какую-то динамику, но в жизни, еще раз говорю, там, год назад, сейчас или там, два года назад, каких-то кардинальных изменений я не вижу. И считаю, что это, безусловно, это, конечно, это минус в большей степени. Там, да? Я не за скандалы, но за то, чтобы все-таки же регион, он должен куда-то двигаться. И вот пока это вот динамики движения, и в последнее время я не наблюдаю. Кардинальных изменений вы имеете в виду, ну, для жителей, для, да? Жителей, качество, конечно, жизни. Там, допустим, все... госдолг уменьшается, доходы растут, оно же, есть, ну, да? Это вот госдолг, еще раз говорю, там доля на ВВП, это все абстрактные показатели. То есть жители должны увидеть, что там, что зарплата растет, растет быстрее, чем рост коммунальных платежей, рост продуктов питания, что становится лучше там жить, проще ездить, легче дышать. Вот про эти изменения, которые, говорю, мы видим. Там, все остальное – это вопрос внешней политики, там, каких-то политических моментов. Он как бы вторичен для жителей, повторюсь еще раз, да, и для меня в том числе. Поэтому вот именно из этого я ничего не наблюдаю. То есть область, мне кажется, она на сегодняшний день там находится в неком таком стагнирующем состоянии, в том плане, что если так пойдет и дальше, ну, лучше точно не будет. А как думаете, вообще есть у губернатора и его команды на эту пятилетку планы вот этого рывка какого-то? Ну, какие-то планы есть, вот. Какие-то планы есть, безусловно, но если, говорю, посмотреть и послушать о том, что говорит правительство области, хотя я там представляю в первую очередь, там, безусловно, город, вот, то каких-то четких, понятных планов по развитию, касающихся, повторюсь, там, переложенных на потребности жителей, что их как бы их нет. Понимаете? То есть они есть в целом, что мы развиваем там лесную промышленность, мы там развиваем это. Но еще раз говорю, это слова, которые для людей нужно рассказать более простым языком. Самое главное, они должны это увидеть, ощутить. Вот я лично пока этого не увидел. Вот, поэтому считаю, что регион за эти два года ничего не потерял, но ничего не приобрел. Ну вот вы слово «стагнация» еще упоминаете, да, вот тот же Дмитрий Ильин, политолог, говорит, что называет наш регион болотом, но в то же время говорит, что болото — это все же не самое плохое, есть и похуже болото в Российской Федерации, имея в виду там отдельные регионы. Вот вы как считаете, это из разряда «каждый кулик свое болото хвалит» или все-таки мы действительно погрязли в болоте в этом? Я бы не стал нас сравнивать с другими регионами,
по одной простой причине, потому что действительно лучше сравнивать с самим собой в протяжении какого-то времени назад. Там, да, когда там еще 10 лет назад в регион пришли новые торговые сети, значит, у нас там начал работать аэропорт. Вот как бы тогда была видна динамика. Я сейчас не хвалю тот период, я сейчас говорю о том, что сравнивая периоды, которые были 10-15 лет назад, была какая-то динамика. Сейчас же, сравниваясь там с самым себя, там, вот что изменилось за год в регионе, что изменилось за два в регионе, если выйти на улицу и спросить жителей, то четкого ответа какого-то понятного, мне кажется, как бы нет у меня такого ответа. Поэтому, безусловно, есть регионы, которые живут хуже нас. И есть регионы, которые лучше нас. Но я всегда говорю, что лучше, чтобы мы жили с каждым годом все лучше и лучше по сравнению с самим собой, без оглядки на соседей. Потому что каждый регион, безусловно, имеет свою специфику, свои ресурсы. Вот. У нас то, что есть, то есть. Там болото мы или нет, там, мне кажется, там, я считаю, что мы точно не болото. Я таким себя не ощущаю, и регион таким не ощущаю. Проблемы, безусловно, есть. Говорю, к сожалению, пока динамики нет. Но я еще раз повторюсь, я об этом всегда говорю. Губернатор, о котором мы сейчас говорим, это губернатор, которого мы выбрали в первом туре. Следовательно, тот выбор, который мы сделали, это выбор был общенародный. Вот. Я не склонен как раз говорить, что какие-то были манипуляции или еще что-то. Следовательно, мы выбрали того губернатора, который сейчас как бы, ну, демонстрирует то, что... Надеюсь, в следующий раз выбор будет другой. И если со моим мнением согласятся большинство жителей региона, то, безусловно, на следующих выборах все-таки же мы отдадим предпочтение тому, кто нас двинет вперед. Ну, во всяком случае, мы в это поверим. Вот. Поэтому я еще раз повторюсь, мы сейчас в том положении, которое сами же себе выбрали 2 года назад. Ну, понять-то это, наверное, практически невозможно, ведь когда-то мы делали выбор. Ну, понятно, да. Сейчас можно долго обсуждать там, да, про муниципальный фильтр и прочее, но это как бы факт остается фактом. Мы действительно... там, опираясь, ну, общаясь, например, там, вижу, что происходит на уровне города, если сейчас уйти с региона в город, то я точно говорю, что та ситуация, которая сейчас происходит в городе, в городской думе, там, в администрации, в теруправлениях, это то, что мы сами себе выбрали, сами себе позволяем делать. И, безусловно, за год после своего избрания я теперь понимаю, что действительно власть та, которую мы заслужим, потому что, ну, правда, без каких-то отдельных манипуляций мы выбираем эту власть. Вот, мы выбрали тех депутатов, которые сейчас работают в городской думе, и эти депутаты там в том числе взаимодействуют с той администрацией, которая сейчас работает. Поэтому пока точка, ну, вот, недовольства не дошла, то есть как бы мы вынуждены, ну, мы обсуждаем. Иногда в полномочиях как раз городской думы это какие-то решения кадровые, в том числе в администрации. Ну, еще раз говорю, раз они происходят мало или не происходят, или происходят не в том мере, значит, действительно пока в большинстве случаев там и избиратели, и депутатский корпус ситуация, к сожалению, там устраивает так, которая сейчас сложилась. Ну вот у меня 2 вопроса на языке после этого. Один из них, поясните, что значит в вашем понимании власти, депутаты, те, которых мы заслужили? Ну, смотрите, ведь еще раз повторюсь, там за последние годы я не вижу, там, что были какие-то манипуляции на выборах, ну, во всяком случае, лично по своему округу и так далее. Вот, поэтому население избирает тех депутатов, которые считают, что будут представлять себя, их интересы в Думе. Если на выборы приходят 5%, то, следовательно, 95% все равно. Это, к сожалению, факт. Там и неданность. Можно говорить о том, что была недостаточная рекламная кампания, там не все знали, но это факт. Там 8% или 10% пришло на выборы, это та группа, которая дает. Следовательно, ну, в чем функция депутата городской думы? Это, по сути дела, представлять интересы округа, представлять интересы, повторюсь, тех 20 тысяч, которые являются там, живут на округе, который я представляю, представлять их интересы. В том числе те интересы, значит, которые там не отдали за меня голос, но тем не менее я считаю, что я должен отставить интересы. Если же те или иные жители говорят, ну вот мы выбрали депутата, мы его больше не видим, мы не знаем, чем занимается, он не отстанет интересы, ну, как бы тогда у меня посыл, то в следующий раз все-таки же прийти на участки, сделать правильный выбор, поговорить, какие-то выводы, потому что ну, вот, очень часто я слышу там, в том числе, что есть какие-то проблемы, которые не решаются. Там, на первый вопрос, что-либо делали вы, чтобы их решить, ничего не делали. Вот мы ждем, что у нас что-то произойдет, но ничего для этого не делаем. Поэтому я говорю, хотя бы нужно, под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно хотя бы
что-то сделать, пытаться проблему решить. В случае, опять же говорю, с тем, чтобы все-таки же понимать, что власть принадлежит народу, это по-прежнему так, несмотря на то, что мы сейчас живем не в СССР, это действительно так. Мы избираем депутатский корпус, в том числе в Государственную Думу, в областную, там, в городскую, и, следовательно, кому мы избрали, то есть кому мы доверили, тот и как бы на тот срок представляет интересы. И сейчас состав Думы, который есть, он ведь, еще раз говорю, там, он тот, который дали предпочтение там, 2 года назад жители. Тренд меняется, безусловно, и там, сейчас мы видим, что оппозиция все больше имеет роль, но тем не менее, как бы, факт остается фактом. Поняла. Мы платим за то, что нас не слышат, значит, этим мы платим за то, что сами когда-то и кого-то не услышали, и перед перерывом, ну вот, одно слово, да, или одна фраза, а в городе ситуации вы каким словом или... фразы характеризуете? В городе это такой, точно не тишина, то есть много потрясений, хотелось бы дальше динамики. Вот. И уходим мы на перерыв на полминутки, вернемся в студию. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. У микрофона работает Мария Кожевникова. Начали мы разговор о губернаторе. И вот одна из последних историй городских, но с губернатором связанная, но которая как раз не тишиной характеризуется, это то, что Игорь Васильев не промолчал и высказался по поводу того, что рано кардинально менять маршрутную сеть в Кирове. К этому, по его словам, нужно подготовиться, как минимум закупить автобусы новые, сделать комфортные остановки. Все это он высказал Илье Шульгину и Елене Ковалевой во время встречи, после чего буквально на следующий день собрали журналистов и на пресс-конференции заявили, что... новой маршрутной сети не будет. Будет старая, но доработанная. Вот интересно, знаете, с какой стороны на это посмотреть? Вот как вам видится, здесь действительно губернатор влияние оказал? Или городские власти поняли все-таки, что ну, что-то не так? Ну, мое мнение, это просто была официальная версия, что губернатор сказал, он действительно сказал об этом, но я хочу сказать, что перед этим были очень жаркие депутатские слушания, где все депутаты, которые присутствовали на депутатском слушании, высказались на то, что предлагаемая на этот момент схема, новая схема маршрутной сети общественного транспорта, она не рабочая, она неприемлема. Не все, почти все, я там была, хорошо, видела. Да. Хорошо, большинство, назовем так, большинство. Значит, более того, там как раз глава города Елена Васильевна Ковалева предложила, настоял на том, что провести публичное слушание с населением, которые отложились как раз из-за того, что это... И, по сути дела, следующий шаг был это или уйти в конфронтацию с населением, потому что только по моему округу планировали прийти на слушание порядка 200 человек. Понятно, что кто-то бы не пришел там из-за работы еще что-то. Ну, то есть на публичное слушание пришло бы, я надеюсь, несколько тысяч человек, и все бы увидели, что на самом деле схема, которая предлагается, нерабочая. Но там, я не знаю кабинетные моменты, которые есть, но официальная версия, что губернатор сказал, что нужно доработать, хотя в полномочиях, еще раз говорю, можно было прислушиваться или нет, и как бы схему убрали в доработку. Это вы сейчас рассказываете, представляется какая-то многотысячная протестная акция, в которую могли бы превратиться эти общественные слушания? Ну, я вас уверяю, что, как, скажем, для тех депутатов, которые... Я не, точно не единственный, я считаю, что большинство депутатов активно работает с населением, вот, поступали, ну, десятки. Ко мне пришло более 50 конкретных предложений, почему предлагаемая схема не рабочая, чем они недовольны, и в том числе предлагали свои предложения. То есть, на самом деле, я говорю, действительно, то, что озвучил губернатор, это так. Схема, которая есть, она была бы здорово, если бы мы жили совершенно в другом мире. Мы жили бы в городе, где нет пробок, мы жили бы в городе, где другие климатические условия или другие остановочные павильоны, и самое главное, где другая инфраструктура, потому что на самом деле схема, которая предлагается, она совершенно не учитывала ни географию города, ни социально-экономические моменты, когда трафики людей, ведь они не просто так
слово «общественный транспорт» — это слово там «общественный». То есть, следовательно, люди добираются на нем до работы, до больниц, до школ. Опять же, на примере своего только округа Москвы, что в новой схеме мамы с детьми, в том числе с грудными, должны были попадать в детскую поликлинику по месту приписки с пересадкой. Я считаю, что это маразм. Как бы это ни называли, потому что ну, есть вещи достаточно логичные, когда нужно добираться просто. Потому что в 30-градусный мороз до поликлиники с больным, скорее всего, ребенком, потому что если это не профилактика, добираться с пересадкой, ну, хорошо, это нонсенс, назовем это так. То же самое касается школ, заводов и так далее. Та схема, повторюсь, которая на бумажке действительно, она логична, она для большого города вполне оправдана, но она точно не привязана к реалиям города. Я уже не говорю о том, что часть предлагаемых маршрутов, которые бы предлагались, там, где дорог нет или дороги находятся в таком состоянии, что ни один нормальный автобус с хорошей вместимости туда бы не проехал. Ну, сейчас вот от этой схемы отказались, да, и мы, ну, находимся в том, что есть, да, вот та схема, которая есть сейчас, хотят ее оставить, но ведь она тоже не идеальна. Ее неким образом хотят доработать. Вот это вот все как должно происходить сейчас? Ну, вообще это должно происходить, безусловно, с какой-то открытой информацией. То есть, как я вижу, это должна быть со стороны администрации какие-то публикации о том, что происходит и что там идет. Есть рабочая группа. Значит, вчера на комиссии по ЖКХ Илья Вячеслав Шульгин озвучил, что это, скажем так, изменения находятся под его контролем. Есть рабочая группа. Пригласил там, опять же, участников для него входить. И из числа депутатов туда есть. Но я считаю, что и для населения, для кого эта схема, нужны какие-то промежуточные вехи. Там, для того, чтобы не будоражить людей. Потому что то, что, еще раз говорю, там увидели жители, или там, если бы проведена была подготовительная работа, это воспринимали бы по-другому. Вот. И сейчас опять этой работы я не вижу. То есть мы опять увидим, наверное, какой-то результат. Вот. Перед тем, как будут разыгрываться лоты, и на новую маршрутную сеть. На наш простой вопрос, там, покажите, что есть, ну, пока идет работа. Я верю, что пока идет работа, но, наверное, какой-то открытости где-то не хватает, и со стороны администрации, там, работа, которая ведется, она ведется, безусловно, надеюсь, там, профессионалами, но потребителями-то будем мы с вами. То есть и нам хотелось бы знать какие-то промежуточные вехи, что произойдет. То есть уйдут пазики там или не уйдут. Значит, каким образом решаться вопросами с теми пробками, которые есть, там появятся какие-то альтернативные маршруты. То есть этого пока все как бы неизвестно. И что опять мы увидим через какое-то время, когда уже сбудутся такие сроки, пока ответа нет. При этом за эфиром вы мне говорили, что, по-моему, до сих пор там какие-то предложения, замечания кировчан принимаются, да, и обещают, что они будут учтены. Ну, в пользу случаем я хочу там обратиться ко всем, да, там до 30 сентября там все предложения от жителей, от организаций, там, общественных движений, там, они принимаются там, в администрацию, так что пишите, предлагайте, все вопросы будут учтены. Как обещают власти. И другое дело, что как это все трансформируется, но тем не менее, по-прежнему пока работа идет. То есть, следовательно, остается октябрь, ноябрь, декабрь, и, в принципе, времени не так много для того, чтобы все-таки же со следующего года мы увидели какие-то новые изменения в маршрутную сеть. На самом деле, ведь жители, схема действительно несовершенна, но дело не в косности мышления. То есть вот новая схема, она не воспринялась не потому, что она была какая-то непонятна, ну, скажем, она еще раз говорю, не учтена была реалии жизни. И большинство жителей, если вот прямо прийти и спросить в автобусе и так далее, там как бы их мало заботит альтернативные и дублирующие маршруты. Жители мало беспокоят. То есть наоборот, для них это благо, потому что не пришел один автобус, пришел другой, и ты приехал туда же. Вот. Их интересуют другие вещи, поэтому система, с одной стороны, должна быть экономически оправдана, то есть действительно эти вещи убрать. Решить вопрос с системой мотивации перевозчиков, когда они действительно устраивают иногда гонки, там еще что-то в угоду безопасности, но при этом и все-таки же общественный транспорт, он для, еще раз говорю, для жителей. Там, следовательно, их интересы должны быть во главе угла, и они должны получить еще больше удовольствия и комфорт от новой схемы.
еще раз говорю, предлагаемая схема этого не обеспечивала, хотя было логично с точки зрения, наверное, с точки логистики, с точки зрения бизнесовой части, но не с точки зрения жителей, потому что они этого не поняли. Я надеюсь, что изменения, которые произойдут, они все-таки же будут в первую очередь с учетом мнения жителей, а уже во вторую с точки зрения там бизнеса. Ну и при этом я слышу, если правильно подтвердите мне, вы видите необходимость перемен кардинальных, которым нужно просто подойти грамотно и не так быстро, как хотели это сделать. Да, ну, изменения нужны. Я просто как раз на то, что они требуют изменения, я говорю, ну, просто даже пример, там, ведь они, говорю, схема, которая предлагалась, она здорово бы работала. Повторюсь, если бы у нас всегда было лето, или у нас были бы новые автобусы, и у нас не было бы пробок. Поэтому я так к тому, что изменения нужно, к сожалению, делать с учетом тех реалий, которые есть. Там, когда в часы пик практически любой пешеход среднего возраста может обогнать автобусы, троллейбусы и даже легковые машины на определенных участках пути. Это и улица Воровского, там, и Московская путепроводы, это и вопрос Октябрьского проспекта Лепси, когда люди пешком обгоняют общественный транспорт. Повторюсь, это нонсенс, и это точно как бы проблему вот в первую очередь здесь нужно решать, потому что иначе о каком удобстве мы говорим, если на автобусе мы добираемся дольше, чем идти пешком. Это не точно вот то, что нужно менять. А изменение конкретных маршрутов, безусловно, вопрос более гибкий, нужно выстраивать и менять, потому что за 5 лет, когда была проторгована текущая сеть, город изменился. Но, к сожалению, опять же, я для себя не увидел каких-то серьезных изменений, что касается новых микрорайонов, доступности для всех категорий граждан, до остановочных павильонов, до социальных объектов, потому что эти проблемы, они лежат на поверхности. Там, ну, их много, это, говорю, и доступ к удаленным микрорайонам, потому что, ну, в Ленгасово, в город Киров, микрорайон Ленгасово, ходит автобус с трехзначным номером, пускай даже и оплата такая же. Это нонсенс. Там, как бы, я считаю, что это жители не заслуживают Ленгасова того, чтобы они могут в город добираться только на одном маршруте, а дальше делать пересадки. Чем они хуже других? Вот я надеялся увидеть вот эти изменения в первую очередь для того, чтобы всем было комфортно и хорошо. Как бы, этого я и не увидел, в том числе и жители окраинных, и Коминтерн, еще раз говорю, и Нововятск были особо возмущены, там, и Ганино, потому что они увидели, что опять их обделили и заставляют делать 1-2 пересадки для того, чтобы добираться до привычных мест. Угу. Ну вот Анатолий Курбатов, который как раз входит в рабочую группу, которая разрабатывает эту новую сеть, в нашем эфире высказался о том, что отказ от реформы, на его взгляд, обрекает кировский транспорт на деградацию. И заявил он, что власти, цитирую, просто пошли на поводу у толпы, которая боится изменений, потому что их не понимает. Ну вот, я не знаю, если вы захотите, можете это прокомментировать, но я хочу перейти сразу же немножко к теме другой. Вот, на мой взгляд, Смородыкова какая-то похожая история или нет? Дело в том, что опрос провели активисты и выяснили, что большинство из опрошенных даже не знают, что в Мородыково должно появиться. При этом почти 100% говорят, что завод нам там никакой не нужен. Вот это вот как можно расценивать? Как прислушиваться к такому мнению, если мы просто не знаем, что там будет? Ну, как я уже говорил ранее, это вопросы нашей вовлеченности в жизнь, где мы живем. То есть, к сожалению, вынужден констатировать, что большинство людей недовольны, но каких-то конкретных действий не происходит. Мордыкова просто так вот из этой же серии. То есть, безусловно, там лично моя там мнение это отрицательное к этому проекту, там появлению завода, там по переработке того, что заявлено. Вот, но... Ну, а ваше отрицание, оно на чем основано? Ну, я живу в реалиях того, что нам точно так же рассказывали, когда заводят те или иные... То есть, отсутствие какой-то понятной информации и, по сути дела, мои опасения и почему я категорически против, связаны с тем, я об этом уже говорил там на митингах и в разговорах, о том, что заявление о том, что там будет то, что только заявлено отходы первого-второго класса, я в это не верю.
просто потому, что вижу многочисленные факты на уровне города, региона и страны, когда заявленность соответствует действительно. Поэтому я там говорил и буду говорить о том, что я считаю, что нам могут привести совершенно то, что не заявлено, и мы сам, к сожалению, об этом не узнаем. Вот это, к сожалению, факт. Именно поэтому я против. К сожалению, жители действительно не вовлечены в этот процесс. И за исключением, может быть, жителей поселка Мирный, неких активных людей, то есть люди многие не знают, и активисты проводили опросы, и это действительно так, что люди категорически против, но при этом какой-то четкой информации не владеют. И вот это касается в том числе, говорю, и то, тех вопросов многих, которые у нас есть. А позиция власти вам по поводу Марадыкова как видится? Не тишина ли это тоже? Я имею в виду власти региональные, местные. Ну, она как раз из серии о том, что все будет хорошо, еще решение не принято, но на самом деле оно уже, конечно, мне кажется, принято, и ничего страшного не будет, не волнуйтесь, это обычный там процесс, область за это получит много денег. Вот, и, ну, еще раз говорю, там, понятно, свои интересы, но с точки зрения жителей, я считаю, что ситуация крайне недопустима, повторюсь еще раз, потому что дело не в рабочих местах, которых, слово говоря, будет критически немного, не в бизнесных вливаниях, которые тоже не совсем понятно, что происходит. Вопрос в том, что мы у себя в регионе, в абсолютном близости от города Кирова, в пойме реки Вятки, мы получим объект, который мы не контролируем, как бы, и который может принести нам угрозу. Ну, с этой темой мы, наверное, закруглимся, а к следующей перейдем после рекламы, на которой уходим на полторы минуты. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин. Ну вот еще одна наболевшая тема и в городе, и в регионе – это дороги. И вам, Михаил, это не понаслышке известно, хотя бы потому, что из-за кировских дорог вы судитесь с местной властью. И вообще вот эта вот история с тем, чтобы через суд заставить чиновников дороги ремонтировать, она рабочая? Ну, она, я бы сказал, в первую очередь, она вынужденная, потому что, безусловно, вообще история следующая. То есть я все, как депутат, вижу, что бюджет, безусловно, ограничен и конечен. То есть нельзя сразу за один год сделать все дороги, которые требуют ремонт. Да, несмотря там, на многомиллионные федеральные вливания. Абсолютно верно. Но, безусловно, я вижу и в том, что иногда из года в год производится ремонт работ по тем дорогам, которые номинально могли бы еще бы год-два прослужить. Не делаются дороги, которые действительно являются, ну, в совершенно катастрофической ситуации. Поэтому по тем дорогам, по которым сейчас у нас идет, дошло дело до суда, к сожалению, там мы вначале пытались обсудить этот вопрос, скажем, в деловом мирном пути. Мы получили заключение ГИБДД. То есть это не наше измышление жителей. Мы получили заключение прокуратуры, что дорогу надо делать. Мы написали в администрацию. Администрация не просто сказала, что да, мы услышали ваше мнение, мы их включили. Администрация там, что удивляет в этой ситуации, почему дошли. Администрация говорит, вообще не ваше дело. Не дело жителей указывать, какие дороги, понимаете. При этом мы проводим какие-то опросы через общественную палату, которая, ну, на мой взгляд, является достаточно бутафорскими, потому что мнение жителей, которое там озвучивается, совершенно не коррелирует со списком дорог, которые потом появляются в ремонте, потому что, опять же, та же злополучная Стахановская в 2017 году заняла первое место в Октябрьском районе. До сих пор не отремонтировали. Которые там, да, кусочек сделали, но кусочек нет. И, безусловно, там выход в суд, как бы, оно, ну, вот это для того, чтобы понять все-таки же со стороны судебных властей, судебной ветви власти, то есть вот на чьей стороне правда. И пока у нас там процесс не завершился, потому что в районном суде мы выиграли, но сейчас идет апелляция в областном суде. А вот это вот вообще как объясняется? Ну, то есть власти понимают, ну да, дорога разбитая, ездить невозможно, но мы вам хотим сейчас доказать, что ремонтировать ее не надо? Власть говорит о том, что у них главный подход, это, ну, я так утрированно говорю, не юридическим термином, это не ваше дело. То есть основная апелляция администрации о том, что вы не вправе, ни я как депутат, ни житель, ни суд не вправе указывать, какие дороги делать. Это решение администрации.
И это вопрос такой принципиальный, на мой взгляд, потому что, опять же, ту же улицу Крупскую, которую мы сейчас судимся, на которой сейчас строится детский сад, который нужно точно делать, и который уже, опять же, в результате слушаний номинально как бы включена в 2020 год, ее вроде собирается делать, но как бы администрация говорит, но с решением суда мы не согласны в том, что мы виноваты, и мы должны. То есть вообще это вопрос, к сожалению, но как бы сейчас он достаточно активно обсуждается, когда сотрудники администрации достаточно часто выходят в конфронтацию с, в том числе, не просто жителями, а в том числе с группой жителей в лице депутатов, потому что, повторюсь еще раз, депутат городской думы в среднем представляет 20 тысяч избирателей, а жителями это еще больше, там порядка 30 тысяч, своего округа. Когда на запросы депутатов власть говорит, это не ваше дело, мы определяем, как и что будем делать. Когда мы говорим, там, давайте сделаем вот эти грунтовые дороги, они делают другие, и на мой простой вопрос, без всякого наезда, там, расскажите, каким образом вы определяете дороги, мне дают четкий простой ответ. Не твое дело. Как мы определяем дороги, это вопрос нашей внутренней администрации. Там, ну, где же депутатский корпус и почему мы этим не задействованы? Есть история там с Латунскими банями. Это, да, да, да. Из этой же истории. Которая недавно, просто напомним, да, слушателям, позавчера была комиссия, на которой наша коллега была, принесла оттуда новость о том, что депутаты будут проверять работу департамента муниципальной собственности из-за того, что он вместо там нескольких, вместо 10 положенных дней, 2 месяца отвечал на запрос. Да, вот почему так происходит? И возмутило это, почему? Потому что когда депутаты поинтересовались, почему так происходит, ответ из администрации прозвучал примерно такой же, как я говорил, там, о том, что это вообще не ваше дело, то есть мы работаем так, как работаем. И вы занимаетесь своей работой, а мы будем заниматься своей. А где же взаимодействие тогда? Абсолютно верно. Более того, я хочу сказать, что по закону там депутат городская дума является контролирующим органом над администрацией, поэтому что значит не наше дело, это как раз это наше дело. И это уже переполнило чашу там терпения. Еще раз говорю, это не единичный случай, он, наверное, стал таким ключевым, а так во всех других вопросах то же самое. Там, почему появляются те или иные, говорю, школы, садики и так далее, или дороги, они иногда не связаны с какой-то мнением жителей, они идут просто вот из кабинетов. То есть кто-то решил, сказал, и четко ответа, и вот эта диалога, почему так, его как бы не последует. И этих вопросов, говорю, их масса, и надеюсь, вот это решение, которое сейчас прозвучало, и, безусловно, комиссия будет разбираться, там, действительно так или нет, это такой будет, надеюсь, первой, но не последней весточкой, когда все-таки же мы заставим администрацию учитывать мнение жителей, еще раз говорю, через депутатский корпус или напрямую от жителей, а не просто жить в своем каком-то мире и отвечать таким образом. То есть уже такие шаги жесткие вы видите на пути налаживания отношений, да? На пути налаживания взаимодействия? Ну, в том числе. По-доброму что... уже нет? Пытались, нет, не получается? Всегда, нет, ведь, говорю, диалог всегда идет в разных плоскостях, то есть как бы это не значит, что вся там есть какая-то война между депутатами и администрацией, вовсе нет, то есть есть масса сотрудников администрации, которые эффективно работают на своем месте. Мы сейчас говорим про частные случаи, иногда про частные ситуации, когда я говорю, ну, задаем простой вопрос, там, расскажите, какую работу вы провели в таком-то направлении, ну, чтобы сейчас не тратить время. На что я предполагаю, что будет ответ, мы сделали вот это, вот это, вот это. Логично, логично. Мне поступает ответ, еще раз говорю, не только мне, моим коллегам, о том, что ответ совершенно из другой серии, что о том, что есть такие-то нормы закона, есть такие-то федеральные положения и так далее. То есть как бы и на мой вопрос, что вы сделали, ответа нет. Я задаю следующий вопрос, и вот эта переписка начинает утягиваться. И, конечно, можно там встречаться в кабинетах там или вне кабинетах как-то вещать, но это неправильно. То есть как бы следовательно, еще раз говорю, мы не просим какую-то несусветную информацию, там тайну и так далее. Мы просим простые вопросы, покажите, что вы сделали в этом направлении. Я этот вопрос не придумываю. То есть я эти вопросы формирую из тех запросов, что мне дают жители. И, безусловно, меня очень беспокоит ситуация, когда администрация занимается отписками, я их регулярно
публикую на своих социальных страницах для того, чтобы показать. И это факт. Это не придуманные мои истории, если были бы разговоры. Есть вопрос, есть не тот ответ. Я на него еще раз задаю, уходим в никуда. И таких случаев масса. Надеюсь, что сейчас... Ответы чиновников вызывают массу вопросов. Абсолютно верно. И поведение иногда тоже, да? Но не только чиновников, но и депутатское поведение иногда тоже вызывает вопросы. На днях они возникли к депутату Заксобрания, который был пойман пьяным за рулем. Угу. Вот мне интересно ваше мнение как депутата, но при этом депутата Гордумы. Какая реакция должна бы последовать от пойманного пьяным депутата от его коллег по фракции? И как бы это... Вот, например, в вашей фракции, в Гордуме все могло быть? Ну, однозначно реакция, это, ну, не лучшим образом там вопрос про репутацию, потому что, безусловно, все мы ожидаем о том, что тот человек, который представляет наши интересы, он будет, ну, если не идеален, то как минимум не нарушать те нормы закона, которые есть. Таких случаев масса. У нас есть темные истории там и про Никулина, и про Быкова, и в данном случае про депутата там ЗАГС собрания, о том, что нужно сделать. Но я считаю, что здесь в зависимости от внутренней позиции человека, то есть как минимум извинения, а как максимум, безусловно, в зависимости, еще раз говорю, как он эту ситуацию воспринимает, как воспринимает коллеги по фракции, то есть это, в принципе, в том числе о том, что иногда это сложить мандат. Я сейчас не про этот случай говорю, а вообще в целом, потому что если мы очень часто любим смотреть на Европу и перенимать у них лучше, то в ряде случаев там те или иные скандалы приводят к тому, что депутаты складывают свои мандаты. Повторюсь, там, я сейчас говорю, ну, в зависимости от той моральных ценностей, которые существуют. Я даже не знаю, как тут можно сравнивать, потому что сколько у Владимира Васильевича Быкова просят все коллеги сложить мандат, но этого не происходит. И я в том числе, да. У нас осталась одна минутка, вот буквально коротко тоже. Вы автомобилист? Да. Вот эта вот история по поводу разметки дорожной, да, и последний случай, когда из линии целую превратили в линию пунктирную около горадминистрации. Вот мы видим, что дорожники делают безопасно, но неудобно для жителей, да, видимо, вот в раз не получается. Вот на ваш взгляд, что лучше? Ну, на мой взгляд, должно быть в первую очередь удобно, а потом безопасно. Вот, потому что, опять же, двойная разметка появилась около социальных объектов, и для того, чтобы ребенка отвезти в школу, в садик и так далее, приходится совершать опасные маневры на перекрестках, которые для этого совершенно не предназначены. Поэтому здесь, безусловно, следует пересмотреть те вопросы, которые есть. Программа наша заканчивается. Спасибо вам, Михаил. Доброго дня и доброго дня всем Спасибо, слушателям. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101 FM.